Добрый день, да добрый час. Добрый день, да добрый час. Добрый день, дорогие наши подписчики, все, кто смотрит. С вами компания Arbat Homes и солнечной зимней Алании. Скоро Новый год. Нужно обязательно вот в такой теплой погоде, в приятном климате справлять Новый год, приобретать здесь или арендовать здесь недвижимость. Для этого нужно смотреть на наш канал, ставить лайк, подписаться и быть счастливым. Угадайте с трех раз, где я нахожусь. Не очень такое людное место. Специально выбрала аллеечку, которая находится подальше от предложения, которое мы сегодня будем снимать. Это Верхняя Оба. Когда наши клиенты слышат Верхняя Оба, сразу: о, это 1,5-2,3,5 километров, это далеко. Да, вот посмотрите вот на эту местность. Полтора года назад, когда мои клиенты приобретали здесь недвижимость на этапе котлована, здесь была лысая поляна, я клянусь. И вот такие вот лимонные, апельсиновые, авокадовые деревья. Все. И люди не побоялись приобрести здесь недвижимость, потому что Верхняя Оба – это официальный, не то что Верхняя Оба – это официальный второй центр Алании, куда перенесена почти уже вся аланийская инфраструктура. Я не буду перечислять, вы все это знаете по нашим роликам, от государственной мэрии, от колледжей, от маркетов, от развлекательных каких-то центров. То есть все это потихоньку-потихоньку переносится сюда. И, соответственно, вся недвижимость и вся яркость, скажем так, Алании будет сконцентрирована здесь. Вот посмотрите, какие красоты у нас здесь есть. А сейчас их, к сожалению, все меньше и меньше, зато больше и больше у нас здесь прекрасной недвижимости. Во, видите, даже с вещами, с сумками ходим, оператор торопит, так и оставит меня где-то здесь, вот в этих вот полянах, и придется домой пешочком топать. В следующий раз с чемоданом поедем. Я хочу показать вам сейчас наш комплекс, а также что находится рядом с ним, чтобы посмотреть, как за полтора, за два года вот эта вот местность просто, все здесь новое. Маркеты появляются, сетевые маркеты появляются. Здесь недалеко буду строить торговый центр. Очень вкусные, обалденные кафе и рестораны на любой вкус, на любой бюджет тоже здесь. И плюс тишина. Транспортная развязка и вот это зелень. Дорогие мои, поехали, посмотрим, что же есть у нас с комплексом. Да. Вот, дорогие мои, я на месте, вот в этом красивом комплексе. 3,5 километра расстояние до Средиземного моря. Пусть вас это не пугает. 5 раз бесплатно автобусы от комплекса, называемый шаттл, ходят до моря, до пляжа и также крутятся по торговым центрам Аланиум, метро и по центру Обы. Так что 3,5 километра – это не страшно. 3 блока имеется на территории комплекса 5-этажных. Квартира наша находится в среднем блоке. Вот это. Это у нас получается юго-восток. Выходит на солнышко и на инфраструктуру, а самое главное — на бассейн, дорогие мои. Сразу скажу, цену квартиры 53 тысячи евро. Эта цена очень даже более чем адекватная. Сейчас, вы знаете, цены, ох, как подскочили. И подскочит еще раз. Дешеветь недвижимость не будет, даже если будет всемирный кризис. Алания у нас особая точка на этой земле. Итак, за 30, за 20, за 40, 1+1 квартир уже нет нигде. За исключением чуть удаленных районов, я не говорю про Газипашу и про Демиртаж. Мы все же находимся в Обе, поэтому адекватный ценник – это район Оба. Еще через годик больше, чем сейчас, будет здесь застройки, все сетевые маркеты, вся инфраструктура, и будете уже вы совсем в центре. Так, дорогие мои, пару слов про инфраструктуру. Закрытая территория, управляющим, с которым только что познакомился, очень приятный человек,
Оплата за Айдат составляет 350 лир. Открытый бассейн, крытый бассейн с подогревом, также детская секция. Это у нас детская игровая площадка. Это кинозал, это кафе, где вы можете проводить приятное время со своими друзьями. Территория красивая, зеленая, разрастаются деревья и цветы. Думаю, что к лету будет еще красивее. Также сауна, хамам, и видим здесь вот такую беседочку. Итак, теперь мы идем с вами в квартиру смотреть, что же у нас там есть. Конфетка за 53 тысячи. Ребят, комплекс стали в эксплуатацию 8 месяцев назад. Новое, никто не жил, готовое к проживанию, только несколько элементов мебели и бытовой техники, и все готово. Начинаем с двери. Все для вашего комфорта и безопасности. Здесь у нас есть небольшой шкаф платяной для головных уборов, если вы хотите в такую теплую, теплой Алании что-то одевать на голову. Здесь у нас полки, полки, полки. Также обувная секция. Все ниши на кухне для бытовой техники встроены, присутствует сразу справа от меня ванная комната, уже полностью укомплектованная. Также имеется домофон и вот такой небольшой холл. Ребята, как мне понравился этот комплекс, я вам даже не расскажу. Настолько спокойное, красивое и качество, и цена 53 тысячи евро, дорогие мои, это совсем недорого. Вот она, наша кухня. Посмотрите, и цветовую гамму, и качество. Я понимаю, что пока вы не придете, это не потрогаете, относительно качества вы ничего не поймете. Немножко пыльный у нас островок, очень удобно. Здесь также у нас есть полочки, выдвижные ящички. Следующая у нас спальня. Окна также выходят на юго-восток, на бассейн, на красивый вид. Спальня небольшая, квадратная, но поместится здесь абсолютно вся мебель, необходимая для этой комнаты. Ребятушки, тут вы ставите 2 или 4 стульчика, хотите сюда тоже можете подставить. Здесь у вас будет большой телевизор, можно какие-то красивые обои повесить. Здесь вы будете отдыхать на диване и выходите на балкон и пьете чай, кофе и шампанское. Вот на такой прекрасный вид на балконе. Так расстроилась, я порвала колготки. Я тут пританцевала, меня забанил, как обычно, наш оператор. Ай, вот. Как же прекрасно, какое здесь свежо, потому что это верхняя обувь. Здесь нет рядом трассы шумной, здесь нет каких-то фабрик, производства. И вот такой вид красивый, вы знаете, это так радует. Русскоговорящих, кстати, много здесь тоже проживает, поэтому здесь вы чужаками не будете. Балкон просторненький, можно сюда стол поставить. Круглый или квадратный на 4 персоны достаточно будет. Хотите какую-то качалку, поставьте. В принципе, все это сюда поместится. Кратенько я подведу итоги. 8 месяцев назад сдали этот комплекс в эксплуатацию. Верхняя оба 3500 метров от Средиземного моря, но 5 раз в день ходит автобус. Квартира находится на фактическом втором этаже. На первом этаже у нас инфраструктура. Про инфраструктуру говорить не буду, слишком долго уже время эфира отнимать не буду. 46 квадратов, 1 плюс 1 на юго-восток, выходят около 53 тысячи евро. Скорее покупаем, будем жить в обе, будем соседями, дорогие мои. Татьяна Пикер, пока-пока.